От создателей трилогии «Властелин колец». Наш враг готовится к войне. Это не наша битва. Фильм, который заработал более $1 миллиарда. Если вы разбудите зверя, то уничтожите всех нас. А вдруг это ловушка? Без сомнения, это ловушка. Путешествие и битва, с которых все началось. Сбывается пророчество. «Хоббит. Пустошь Смауга». Завтра в 19:00 на РЕН-ТВ.